Всем привет! Сегодня будет обзор по разъемам. Какие бывают, как выглядят. Ну и озвучу на некоторые разъемы цены. Так, начнем. Вот эти вот разъемы, они без названия, скажем так. Бывают они вот такие. Вот, бывают такие. Выдрали вместе с платой. Такие бывают. Обратите внимание, бывают вот такие вот разъемы от компьютера на шлейфах. Казалось бы, тут ничего не видно, если б не один нюанс. Вот тут поломанная крышечка, и только потом я смог заметить. Вот под крышкой сразу видно. А вот так-то его и не видать, что в нем есть. Так что имейте в виду, в компьютерах такие стоят. Не во всех, но есть. Далее разъемы фирмы РФТ. Не знаю, что за фирма, не гуглил. Вот. Видна позолота. Вот эта розетка. Тоже этой же фирмы РФТ. Далее Hewlett Packard у нас идет. Вот от него разъемы. Вот тоже от шлейфа вилочка. На моем канале, кстати, есть обзор с какого аппарата они были извлечены. Ссылочка будет здесь вверху. Вот они. SCM-15D-7-1HP. 81 год, 15 неделя. А вот сразу небольшая плата, вот несколько разъемов, вот розетка, вот розеточка, вот розетка, три разъема на одной маленькой плате. Дальше у нас идет тесловские разъемы. Они выглядят вот так. Вот разъем тесловский под микросхему на 40 контактов. Вот такой тесловский разъем. Тесла. Такой тесловский разъем. Значок Тесла. И вот столько контактов. 45. Кстати, если вы будете вытаскивать контакты, это будет гораздо дороже. Ну, не гораздо, раза в два, наверное, точно, чем сдавать их вот так целиком. Следующий разъем. Японская фирма Фанук. Производитель всяческого оборудования, роботов в том числе. Так вот снимаются эти вилки и розетки. Вот розетка, вот вилка двухсторонняя. Вторая часть. Вот такие вот
вилки той же японской фирмы. Такая вот розетка. Дальше идем советские. Не знаю, что за фирма. Девин. ЗКЕ-Девин. Это наш современный российский производитель. Теперь переходим к советским. Разъемы РС на 16 контактов. Тот же самый РС 28 контактов. 91 год. СНП 5948В. Вот этот разъем приблизительно стоит 150 рублей БУ. Следующий. РППГ 2-48. Знак качества СССР. Обратите внимание. Цена такого разъема около 200 рублей. Данный разъем имеет в своем составе палладий 7%. Еще один советский разъем называется ТАН. Стоимость такого разъема, розетка в данном случае, ориентировочно 180-200 рублей. Ну и последний разъем на сегодня, тоже советский, РС-40 на 40 контактов. На одном сайте видел, принимают их 4 штуки за 670 рублей. Ну, разумеется, если будете вот так вот контактиками вытаскивать и сдавать по весу. Весом советских разъемов будет стоимость до 80 тысяч рублей за килограмм. На этом обзор закончен. Всем, кому было интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!